Полиция задержала телефонного террориста, 56-летнего одессита, который прислал фейковые сообщения о минировании 8 стратегически важных объектов нашего города. Правонарушитель сразу признался в содеянном, но причины псевдоминирования не сообщил. Напомню, 17 февраля с неизвестного номера в полицию поступила информация о минировании авиационного завода, железнодорожного вокзала, железнодорожной станции Одессапорта, аэропорта, селекционного института, Кулендоровского комбината, хлебопродуктов, евротерминала и Одесского зернового терминала. Полиция, кинологи, пиротехники и никаких взрывоопасных устройств в здании, конечно же, не нашли.